Здравствуй, дорогой зритель. Наконец, да, все-таки у нас, не у нас, а у меня дошли руки. Я заново, не найдя камеру, заказал такую же. А, собственно говоря, единственное, поменялся фон, потому как я переехал в деревню. И, наконец, у нас опять любимая часть нашего канала – это распаковки. Так. Пупырка-мупырка, ВВВСТО, чайно, все дела. Что у нас там дальше? Если ты забыл, меня зовут Михаил, канал «Кавый блогер». И, собственно говоря, что-то пришло. It's only design for... А, это только дизайн для IQOS, а на самом деле, да, IQOS здесь никакого отношения не имеет. Что такое IQOS? Да, хрень неведомая, на самом деле это система там для нагревания табака, в точности стиков и так далее и тому подобное. Я себе ее взял, сначала поливался, потом вроде ничего, разошелся и, собственно говоря... Понял необходимость, да, наличия чехла. И вот, собственно говоря, чехол пришел. Давайте посмотрим, что он из себя в итоге будет представлять, насколько он удобный. Значит, сбоку плюс какой, да, я от вас убрал. А мы видим, насколько он заряжен. Мы можем его открыть. Здесь вопросов никаких нет. Данная ерунда для щеточки, для чистки, да, держится хорошо. И вот эта ерунда у нас получается для стиков. Судя по всему, это у нас два магнитика. Что у нас тут написано-то? Я вот еще не привык, как камера смотрит. Написано здесь дюк-дюк-дюк-гис. В общем, не суть. Да, закрылось. Вопросов никаких нету. Есть колечко. Колечко на память. Кольцо. Вот так вот, да? Можно зацепить будет за брюки. Можно зацепить будет за брюки. Из-за того, что камера у меня стоит немножко иначе. Немного в кадр не лезет. Ребят, не обессудьте. Ну, на самом деле, наверное, не хватает здесь под ремешочек. Держалки, а так в целом, ну давайте там бах, чуть вытащил, пам, стик достал, открыл, вынул, проблем никаких нет. Вполне, по-моему, достойная приблуда, как минимум там на пальчик вот так таскать можно. Стало больше места занимать, соответственно, чаще будут спрашивать, что за хрень такая, которую ты куришь. В общем, отличие какое, да, под видео положу ссылку непосредственно на этот чехол, он с розничной упаковкой. Стоит что-то где-то в районе 500 рублей, зато можно будет все это дело побарыжить, учитывая, сколько стоит чехол на IQOS, там в легкую косарю можно это продавать. Единственное, Юла не пропускает, скорее всего, вот эту ерунду, потому как товар запрещен, да, ну там по формам и так далее попродавать можно. Есть еще ссылка, не знаю, как будет по качеству. Запаха, кстати, нету. Как будет по качеству, не знаю, тоже положу. Стоит чуть подешевле из-за того, что без розничной упаковки. Ну, в целом, по-моему, я доволен тем, что мне пришло. Ну, а надо вам это или нет, думайте сами. По IQOS, кстати, наверное, положу еще промокод. Можно будет купить стартовый набор, саму систему, плюс 3 пачки за 3000 рублей. Этот код надо будет сказать там, где они продаются. Действует при первой покупке. Надо, не надо, но лучше вообще не курить. В остальном переходить сигарет на эту гадость или нет, ну, решать вам. Итак, камера пришла, видео периодически какие-то снимать буду, что-то к чему-то будет видно. За сим все, всем всего, до скорых встреч.